Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я планирую провести 24 часа в своей собственной ванной. Именно поэтому я сейчас нахожусь в машине. Но на самом деле мне просто нужно купить хотя бы какую-нибудь еду, вкусняшек, я не знаю, хотя бы что-нибудь, чтобы провести, просуществовать, так сказать, в этой ванной мне хоть как-нибудь. Потому что дома у меня вообще абсолютно ничего нету, все закончилось. Именно поэтому мы сейчас с Денисом выдвигаемся в какой-нибудь супермаркет. И да, пожалуйста, зацените погоду, которая сейчас происходит за окном. Это просто полнейшая жесть, ребята. Это просто какой-то апокалипсис, дождь, град, снега, слава богу, нету. Но, по крайней мере, вот эти вот все аномалии в нашем городе происходят прямо сейчас. У кого тоже сейчас плохая погода в городе, ставьте большие пальчики вверх. Давайте соберем под этим видео 20 тысяч пальчиков вверх, и тогда, возможно, погода нормальной станет, вернется к нам в лето. На самом деле, просто напишите в комментариях, какая погода у вас сейчас в городе. И мне кажется, что большинство точно такая же, как у меня сейчас. В общем, ладно, не буду долго болтать, встретимся уже вместе с вами в супермаркете. В общем, ребят, мы приехали, и мне первым делом нужно взять какой-нибудь сок, потому что я обожаю пить всякие разные именно детские соки, они всегда самые такие вкусные. И, наверное, я возьму, знаете, какой? Вот такой, вот такой, с грушей и яблоко-абрикос. Все, ставим в корзину. Также, ребят, смотрите, я нашла вот такую прикольную красную маску для сна. Я думаю, она мне сегодня пригодится, так что кладем в корзинку. Я еще нашла вот такую вот подушечку. Тут прям нарисован, типа, в ней можно в машине, в самолете, в поезде спать. Я не знаю, правда, сколько она стоит. Если не очень дорого, то я ее себе возьму. Мне кажется, в ней будет очень удобно как раз-таки лежать, спать в ванной. Просто нигде ценники не написаны, собственно говоря. Я выбрала вот такую вот оранжевенькую. Есть еще зелененькая. Но мне кажется, вот это прикольнее. Что-то, сачок, конечно, возьму. А что, хоп, муха залетела в ванну. Ага. Поймала, съела ее. Спасибо. Берем. Я думаю, за 24 часа мне как раз-таки времени на нее хватит, так что берем. Пока Маша будет тусоваться в ванной, я буду есть мамбу. Складывай. Потом буду есть изюм. Тут Денис. Ладно, шучу. Ну что, наконец-таки мы дома, и мой челлендж в ванной 24 часа официально начинается. А вернее, начинаются официально мои 24 часа, которые я должна буду здесь провести. Я хочу перед началом показать вам все покупочки, которые я совершила вместе с вами. Бакс, ты тоже их хочешь посмотреть? Бакс тоже очень хочет посмотреть покупочки, да, Бакс? Скажи, ну нафиг, я так-то на челлендж не подписывался. Вы что, меня закрыли? Смотрите, ребят, я принесла даже его лежаночку. Он будет вместе со мной сегодня. Ну, сколько получится, конечно, ему можно будет выходить там по своим делам и все такое. Но мне ни-ни-ни из ванны, ни шагом. То есть я буду непосредственно не только в ванне сидеть, я могу уходить вообще по всему этому пространству, по всей этой комнате. Но покидать вот эту дверь, переходить за ее границу не запрещается. Слава богу, что ванна у меня совмещена с туалетом, знаете ли, как бы 24 часа без него продержаться очень сложно. Ладно, давайте я вам буду показывать, что же я все-таки прикупила. Первое, что я взяла, это вот такой вот плед. Офигеть, он мягкий. Я думаю, вы понимаете, зачем я его прикупила, чтобы мне было сегодня нежно-сладко спать одной ванной. Ну, максимум, на что я претендую, это на сон вместе с Баксиком. Итак, кидаем плед в ванную. Вы видели, он упал на моего дьяволенка. Ладно, потом покажу. Далее, смотрим. Чипсики, водичка. Также, смотрите, я взяла банановые чипсы. Это очень-очень вкусное. Самое главное, не могу сказать, что не полезно, они просто безвредные. Еще водичка, еще водичка. Самая главная моя находка, это куча шоколадных яичек. Здесь есть миньоны, суперсемейка. И есть еще, знаете, какое я взяла? С принцессками. Денис, это твое. Денис себе набрал мамбы и оставил у меня. Далее, фрутонянечка моя любимая. Виноградик. Молочко, но это на утро. Еще одни чипсики банановые. Они с барбекю. Я их, кстати, не пробовала. Надеюсь, что они будут вкусненькие. Куда тебе столько мамбы? Всю мамбу забрал.
Вот моя мамба. Это просто мармеладки. Финики. Надеюсь, что они чистые, потому что я их не хочу мыть. И так сойдет. Тем временем Бакс уже нашел упаковку и понес ее домой. И еще, смотрите, я все-таки взяла вот эту вот подушечку. Слушайте, супер, мне кажется, уже эти 24 часа будут вот такими вот. Вот с чем мы будем сегодня с вами развлекаться. Это баскетбол на голове, весело всем. 20 мячиков, ребят, 20 мячиков я хотя бы один раз должна. А кто куда будет кидать? В общем, ладно, давайте я сюда уберу. Сюда пока что. Всем привет, Маша, скоро 24 года, покупает мыльные пузыри. Как бы все нормально. Блин, а чего так еды мало? И последнее, это Барни. Ну что, смотрите, как я красиво и стильненько здесь все оформила. Прям реально похоже на мини-бар. Ну а теперь давайте я вам покажу, что у меня здесь еще есть в ванной. А для этого мне нужно взять диктофон и с вами пройтись. Смотрите, здесь у меня, короче, есть коробка, мне ее собрал Денис. Обещал то, что здесь много классных ингредиентов будет для слайма. То есть мы с вами сделаем слайм, наверное. Но это не точно. О, я забыла. Смотрите. Вот про что я забыла. Это же самое главное. Это сумка с самыми главными вещами. Лично для меня. Влажные салфеточки. Пауэрбанк, чтобы заряжать свой телефон. Наушнички маленькие. Наушнички большие. Максюша, иди ко мне. Ты мой сладенький. Давай покажем слаймы, которые мы в ванной делали. Мне кажется, он против. Ты что, тебе провода интересуют? Лайфхак. И прячем провода. Да, Максюша? Я хотела на самом деле вам показать вот это. У меня есть 5 контейнеров со слаймом, которые я делала в ванной. Ну что, открываем. Офигеть. Мне кажется, я сейчас должна снять с себя микрофон. Давай, неси ко мне. Да ты мой хороший, молодец. Молодец, Бакс. А теперь давай так запускаем. И прямо в ногу Денису. Молодец. Кто хорошая собака? Кто хорошая собака? Давай мышку. Давай. Молодец. Побежишь еще? А если ванну кину? После активных игр с Баксом, вернее Бакса со мной и с моей мышкой, я почему-то проголодалась. Совсем чуть-чуть, поэтому давайте помоем виноградик и перекусим им. Знаете, я даже теперь согласна провести здесь больше, чем 24 часа. Это здесь поистине такой настоящий уютный домик. Вы видели мою классную подушечку? Бакс, что делаешь? Ой, я скатываюсь. Что делаешь? И я скатываюсь. Я реально скатываюсь. Скажи, ты там тусуешься, а меня на свой пикник не позвала. Иди сюда, иди ко мне. Все, скажи, я с тобой. Новый дом. Опа, не понял, опачки. Так, этот плед знаю, этот не знаю. Тебе тут нравится? Да, тебе мой сладкий, не надо его жевать. Мне кажется, каждый, у кого есть мопс, меня сейчас понял, потому что они жуют все тряпки, которые находят. Носки, тапочки, плед, простынь, подушка, наволочка, абсолютно все. Вот смотрите, я ему сейчас вот эту штуку дам. Она шикарная, я ее пожую. Супер, просто лучшая игрушка на свете, да, Баксюш? Это лучшее, что может быть. Обалдеть, какая она прикольная. Берем виноградик
И начинаем его лопать, пока Боксюша у меня его не отобрал. Что, будем фильм смотреть, Боксюш? Пришло время воспользоваться нашей вот этой вот секретной сумочкой. Скажи мне, бальзам. Кстати, он мне его погрыз. Вы представляете, он где-то его выкрал и просто погрыз. Бакс, это ты сделал. Мы сейчас пересматриваем сериал «Остаться в живых». И как раз-таки у меня начинается сейчас 5-й сезон. A few moments later. Кто тебя съест? Кто тебя съест? Вам! Вам! Определенно меня съедят. 3 hours later. Бакс, мы посмотрели с тобой целых 3 серии. Понимаешь, ты 3 серии проспал. Прохрапел. Мне даже пришлось поменять наушники, потому что в тех тебя было слышно. Ты представляешь? Бакс, мне кажется, эта собака обнаглела. Ужасно наглый мопс. Я злой безумие. И давайте. Раз, два, три. Па-пам! Какой сейчас распакуем первый? Миньона. Окей. Я хочу миньона, который с одним глазиком. Я не помню, как его зовут. Хоть бы здесь был... Ой, блин, тут шоколадник, как в киндер-сюрпризе. Ну да ладно, он все равно вкусный. Офигеть. Смотрите, какой миньошка мне попался. Это, по-моему, поваренок или заключенный. Давайте откроем второе, вернее, яйцо, тоже с миньонами. Да, Бакс, ты видел? Смотри, кто попался. Прикольный, да? Да. Надо покормить оператора. Офигеть, это же малыш. Смотрите, какой он хорошенький. Это даже лучше, чем с одним глазиком. Бакс, смотри. Смотри, какой классный миньошка. Крутой. У нас остались еще 4 киндера. Их, я думаю, тоже, Бакс, надо открыть. Ну, что за дело? Бакс, ты засыпаешь определенно. Выбирай суперсемейка или принцесски. Суперсемейка. Окей, значит, сначала мы откроем суперсемейку. Ого. Здесь... Женщина с одной ногой. Но здесь есть ее нога. И она, вот она. Просто суперское решение. Женщина с одной ногой, причем очень длинной. Вот таким вот образом она должна выглядеть. А вот это вот вся вот ее суперсемья, которая может попасться в киндере. Че? А здесь какой-то... Ой, я вообще его не знаю. Та-дам! Вот что в итоге получается. Если вы знаете, как зовут этого чувачка, напишите, пожалуйста, в комментариях. Тут даже тряпочка есть. Реально? Офигеть, это Ариэль. Я ее собрала. Как так? Она деловая женщина. Смотрите, она типа такая в юбочке, прям настоящая Ариэль. А потом, опчки, уже такая деловая дама в брюках. И здесь какая-то фигня. Собственно говоря, вот что мне попалось. Это суперское дизайнерское кольцо от Kinder Surprise. Супер. Что такое? Смотри. Что ты так разговариваешь? Классное кольцо? А как оно у тебя так оделось? У меня вот здесь. А, на мизинчик можно одеть. Давай. Покажи, как она тебя туда одевает. Самая стильная принцесска. Later. Окей, ребят, пойдемте. Я вам покажу свою коллекцию штучек, которые у меня здесь собралась. Колечко. Миньончик один. Миньончик два. Супер-женщина, которая уже хочет спрыгнуть куда-то. Ну, это вообще какое-то извращение. Далее вот это вот.
Денис, который водичку у меня пьет здесь. И Ариэль. И еще вот эта вот игрушка, она вообще бомбезная. Ну, это... Она бесценна. Че, будем играть в эту игру, ребят? Давайте, будем в нее играть. Мне кажется, время пришло. О май гад. Это очень неустойчивая конструкция. Первый мимо. Второй мимо. Попала? Нет? Или попала? Нет? Е! Yeah! Сейчас я точно попала. Ура! И один балл зарабатывает Денис Зум! 2 hours later. Когда кто-то лохозавр, извините, пожалуйста, давай. Попал? Нет. Чего, Максюшка, давай. Мы готовы. Это было больно. У меня теперь есть на ужин буррито из мопса. Я космонавт. Целовать будешь? Лучше бы ты меня не целовал. Где бак? Классно. Удобно купить. Че, удобно бак? Мне тоже. Вообще класс. Знаете, мне кажется, что все-таки уже пришло время посмотреть, что же мне все-таки положил Денис вот в эту вот заветную коробочку для приготовления слайма. Итак, конечно же, тут есть тарелочка, ложечка. И знаете, что я сделаю? Я, наверное, буду делать слайм прямо на слайме. Так, тарелка с лопаточкой, с ложечкой. И самое главное, это коробка. Кинетический песок. Акриловая краска. Здесь я знаю, что. Кто знает, что это, напишите в комментариях. Клей розовенький. Жвачка для рук на ногам. Пена. Перчаточка. Ароматизатор. Глиттер-глю. Гуашь. Много пенопластовых шариков. Плоста, мягкий пластилин. Короче, ладно, давайте делать слайм. Мне интересно больше всего, что находится в перчатке. 2 hours later. Ура, я сняла эту дурацкую резинку, и теперь настал момент X посмотреть, что же находится в этой перчатке. И походу это клей, очень много клея. Ты будешь со мной делать слайм, да? Надо удостовериться в том, что это клей. Это 100% клей. Что будем добавлять, Боксюш? О, здесь есть крем для рук. Вот крем для рук я точно добавлю. Бакс, ты тоже любишь мягкие слаймы? Масло. Масличко тоже добавим чуть-чуть. Ароматизатор будем добавлять? Я тоже думаю, что будем. Просто безумно вкусный запах ириски. Такой сладкий-сладкий, пахнет как попкорн. Присыпку. Ну, это точно должно быть здесь. Просто без присыпки никуда. И делаем это красиво, да, Бакс? Угу. Блин, ну такой скучный цвет. Давай покрасим. Давай сделаем синий. Или зеленый? По всей видимости, синий. Собака управляет моим слаймом. Просто 2 в 1. 24 часа в ванной плюс Бакс управляет моим слаймом. Все, начинаем замиксовывать. 1 hour later. Да. Все, смотрим, что у меня получилось.
Это рука оператора тянется за слаймом. Вау, смотрите, какой обалденный, он так круто растягивается. Вообще круто. Теперь давайте сюда добавим кинетический песок. Я ни разу не добавляла прям вот так вот в слайм кинетический песок. Вообще обалденно. Надеюсь, это приведет к чему-то крутому. Давайте вы дадите оценку этому слайму и название. Я его назову «Снежный человек». Знаете что? Если вы найдете когда-нибудь вот эти вот чипсы, то знаете, они очень-очень реально вкусные. Я съела уже почти целую пачку, пока сидела в инстаграмчике. Кстати, это повод сказать вам о том, что подписывайтесь на мой инстаграм, все дела. Здесь вот будет ник. Знаете что? Время уже сейчас дофига. Реально дофига. 23:38. Я вот думаю, полечь ли мне полечь. Спать ли мне лечь раньше и встать пораньше. Или позаниматься еще с вами какой-нибудь интересной фигней. Например, мы мыльные пузыри еще не надували. Надо, наверное, это сделать. Догадайтесь, кто уже спит. Баксюш. Бакс. Бакс. Ты че уснул-то? Че так рано-то? Баксюш. Окей, ребят, давайте теперь попробуем протестировать вот эти вот мыльные пузыри. Я думаю, что пришло их время. Самое главное сейчас, знаете что? Чтобы моя рукожопость не включилась и я ничего не разлила. Внимание, внимание! Спасибо за внимание! Вообще нормально. Я думала, я поймаю, вот оно. Они такие огромные, просто капец. Вообще крутяк. One hour later. The next day. А сколько времени?
Good morning. Максюша. Чего ему шлёгенький? Чего ему мой? Чего он спит, продолжает? Ну, вообще пофигу. А можно завтрак в постель? Ванну. Ванну завтрак можно, пожалуйста. Это же наша постель. Это же наша постель. Но Бахтику не надо в постель, он там поест. Короче, нам принесли завтрак прямиком в нашу ванную постель, да, Бах? Смотри, чтоб ты понимал. Масштаб тарелочки-то прям твой размерчик. Твой размерчик. Походу, не совсем его. Вставай, я тебя буду кормить. Шучу, не буду кормить. Я пошутила, тебе такое нельзя. Ладно, одну звездочку, я думаю, можно. Вкусное мясо. Что ты меня тут помойку устроил? Еще хочешь? Короче, если вам понравилось это видео, не забывайте нас поддерживать и ставить большие пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. И молодец, Бакс, ты не разлил мой завтрак. Я тебе сейчас там твой завтрак. В общем, на этом все, ребят. Мы вас очень сильно всех любим. До скорой встречи. Всем пока.